решение. Понятно? Чтобы ни в коем случае не обидели. Если что, он вас атакует, а вы только защищаете. Ни в коем случае не ударить. Понятно? И вот то же самое. Ни в коем случае не ударить. Доверяя друг другу на технику, на быстроту. Ваша задача сегодня все выполнять максимально быстро. И говорили, дай.